Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Итак, вот очередной день, вчера пропустил, но видео, скорее всего, выйдет завтра. Вчера отъезжал, не было у меня времени даже на работу, накаркал, и пришлось денек отсутствовать. День отсутствия, рыба не кормлена, совсем ничего. Вот видите, все голодные и хотят кушать. Сейчас первым делом я кормлю рыбку, а дальше будем заниматься запланированной работой. Вот этот аквариум так и не потек. Хорошо стоит, все прекрасно. Сейчас с него воду сливаем и устанавливаем на место. И также туда поедет вот это вот количество данио. Здесь их так нормально. Нормальненько. И, скорее всего, тернешка вместе с ними тоже уедет. Но непонятно, какая она там есть. По-моему, синий там должно быть так нормальненько. Ну и приступаем работать. В отсадничках никто не отнерестился. Надо их почистить, помыть и заглянуть к ним. И немножечко уже поработал. Подменил воду вот у Данюшки, потому что уже испортилась немножко. Также сейчас надо у Тернешки, потому что там вода, хотя на вид хорошая, но надо подменить. Ее там очень много. И убрал я вот этих вот два аквариума. Там Тернешки совсем чуть-чуть было. И море-море Данюхи. Вот этот аквариум уже на месте стоит. И рыбасики себе плавают. Вот так вот скаламутили я это все дело. Но пускай вот так вот и поживают. Посмотрим. Это очень рано я забросил ее. Объемчик побольше. Но будем смотреть, конечно же, над этим всем делом. Также, пока я здесь капушился, одна из моих желтых малинезий вот отражала. Отражала так малька немаленькое количество. Вот видите, есть черные и есть желтенькие. Но сейчас вот буду перезабрасывать и скажу, какое количество ее есть. Хочу ее вот туда вон забросить и также сразу же почистить вот этот аквариум и сразу вместе с малинезией. Вот, остальные никто не отражался, но будем над этим всем делом наблюдать, так сказать. Еще один аквариум запущен, вот тоже сейчас хочу немножко поработать, сейчас увидим и покажу, что я буду делать. И подсчитал я малечек, ребят, который родила малинезия желтая. По-моему, 17 штучек черных, ну а вместе всех 47 штук. Вот так вот даже такой неплохой результатик от моих молодых малинезий. Переместил я всю живородочку, также 2 стурисомы и 2 анциструса вот сюда, вот, потому что удобнее будет кормить. И также потому что этот аквариум, что был там вверху, вот он уже просыхает, он всегда заполнялся гидрой. Ну и меня это достало, я все промыл, губку отдельно с фильтром, вот этот аквариум отдельно все, потому что он уйдет туда вот вниз для нереста сомиков коридоросов. Ну, эти что-то молчат, там была стимуляция и все хорошо должно было быть, но не нерестятся. Будем наблюдать и ждать их нерестов. И сейчас я хочу, ребят, немножко подготовиться к заказику, потому что заказ есть, но только не знаю, когда отправлять буду. Этих барбусов хочу временно переместить вот туда вон, в этот вот аквариум с фоном, и сюда накидать неона. Посмотрим, или угадаете, сколько штучек. Ну и занимаемся вот этим. И барбусня вот здесь вот прекрасно себя будет поживать, так как она в скором времени тоже уедет. Но не знаю, красивая рыбка, очень даже глошный барбус суматранский. Ну и есть, конечно же, обычные, вот видите, вон там вон стайка, они что-то вместе тусуют, а глошные вместе. Ну и 3 алых барбуса, которые вот у меня как-то выжили с того малечка, так и выросли. Вот такие вот ребятка, они временно побудут здесь, а там дальше посмотрим, возьмет человек или не возьмет, но вроде бы хочет он суматранских барбусов, но будем пока временно вот здесь наблюдать эту прекрасную рыбку.
И что я здесь натворил, ребят? Вот включил свет. Вот это остался неон, который поменьше. Совсем меньше. Сантиметр, полтора. Вот как какой-то такой, навскидку. Ну и здесь еще вот это поколение, даже отсюда побольше таких выбрал. А то здесь у меня не хватало. И вот такое вот количество я собрал неончика на продажу. Здесь примерно 2 сантиметра он. 2-2,5. Вот такая вот прекрасная рыбка. Сразу же воду подменил, губку прочистил. И вот так вот он здесь побудет до того времени, когда я буду его отправлять. Количество, ребят, угадайте в комментариях. Будет очень даже интересно. Потому что его здесь... Ох, как немало. Ну и работа отняла немало времени, ребят, так как, ну, сортировочка — это такое дело. Один сюда, один туда, один сюда, один туда. И, в общем говоря, еще и подсчет. Ну, конечно же, будем надеяться, что эта рыбка уедет в скором времени. И по остальной рыбке все хорошо. Даже вот еще одну меченоску Санта-Клауса на роды отсадил. Она такая вот пузатая-пузатая, но родимое пятно не черное, а вот такое вот светлое. Ну, возможно, это у них вот так. Будем наблюдать, конечно же, за этим всем делом и набирать опыт. Дамбо, мои дамбо. Вроде бы и отнерестились, вроде бы и икра была, но не наблюдаю я ни одной личиночки здесь, ребят, так как, ну, не вижу я ничего. Или икра вся пропала, ну, будем ждать и надеяться, что здесь что-то есть. Или он ее всю скушал. Такое тоже возможно. Пока самочка созреет, пускай он здесь сам побудет, а там ее забросим сюда, к нему, и будем снова ждать нереста. На сегодня работа, ребят, окончена, так как времени снова нету, и пора уезжать. С вами был Александр, всем приятного дня, вот такого настроения, конечно же, удачи и до завтра.